Всем привет, с вами DJ Slime Bro, и, короче, я записывал видео про Юпи Псайха, и, в общем, ничего не записалось, потому что я не разобрался до конца с записью. Да. Ну и, в общем, записывается сейчас вообще. Сейчас, я думаю, записывается, да? Точно? Да. Так. Я поприветствовался. Я не знаю. Короче. Ладно. Если не поприветствовался, с вами DJ Slime Bro. Все свалили, это значит, что время записывать видео. Короче. Если я буду записывать видео про Юпи Псайха, то не с самого начала. Потому что ничего не записывается. Ничего не записывалось, а заново я не хочу проходить. Простите, но это так. Короче. Ну чё? Давайте, что ли, поиграем в Warface? Я думаю. Ну, чё? Сейчас загрузится Warface, и я вернусь. Ну, короче, вот. Вроде загрузился Warface. И я надеюсь, что в этот раз у меня все записывается. Или если нет, то я прям не знаю, что, блин, что делать. Жетон доступа. Фигня. Ускоритель опыта. Ну, спасибо, чё. Мышка, конечно, не показывается. Я так думаю. Ну, получается, мышка не показывается. Ну, давайте тогда сыграем в одну катку. Вот, азиатский гамбит. Или гамбит, я не знаю. Так, у меня такое оружие идиотское, реально, у него такой этот. Что-то громко как-то. Блин. Как сказать-то? Слишком большое. Отдача большая, во. Отдача большая. Сейчас вы сможете увидеть, как супер-мега-неумеющий человек, точнее, супер-мега-неумелец игры в Warface, как будто. Ну, потому что я буду сейчас полюбаться на последнем месте, и меня куча раз убьют, и я не смогу никого убить. Может, максимум там 2 человека убью. 3. Может быть. Блин, кстати, я не поменял. Блин, ну ладно, окей. Хорошо. Поиграю с вот этим оружием. Ну, конечно, оно не особо такое сильное. Я на 4-м месте. Ну, нормально. Не Люся. Владимир 2. Гигн. 1, 2, 3, 4. Товарищ Школяр, это я. И Монгол 74. Монгол 74. Это какой-то чувак из Монголии, который в 74-м году родился. Или что? Сколько ему лет получается? Так, стоп. 30 плюс 10. Нифига, 50. Да не может быть такого. Чё? 74. Это, наверное, какой-то, я не знаю, кто. Текущая цель Black Ops. Блин, вообще кривой. Вы видите, как я профессионально играю? Вы просто вот так никогда не сможете поиграть, как я. Я профи, понимаете? Я профи. Я умелец. Блин, мышка еще не беспроводная, а проводная. Это так удобно прям вообще, знаете? Гранатометчик. Блин, вообще, ну, вы видите? Он мне просто не дает стрельнуть. Люди. Как так играть можно? Не дают мне стрелять. Изи, изи, слышишь? Блин. Не помог чуваку.
Блин, кто там убивается? А, так там и этот стоит. Блин, а я-то думаю. Кто меня убивает? А я-то думаю. Медиков нет. Сколько осталось? Два человека. Ну, нормально, я думаю, дотянем. Ну, чё? Не помрем же мы. Все. Контрольная точка вот как раз. Нормально. Так, я хочу попить купить. Что такое? Непонятно. Трупы валяются. Все как обычно. Блин, я вообще, блин. Ну, блин, ну дайте мне кого-нибудь убить. Пожалуйста. Пожалуйста. Тихо. И там нет. Успокойся, пожалуйста. Успокойся. Эй. Не Люся, там вообще всех мочит, прям вообще. Поэтому она не Люся. Непонятно кто. Коробки падают. Да подохнут уже. Черт. Ну, перезарядка жизнь долгая. Блин, а вы что так быстро-то ходите? Бегаете. И чё? Не надо об этом орать, как он всё это. Ужас. Орёт он. Нет патронов у него. И чё? Патронов нет, и нормально. Оп. Вот тут кто-то, да? И чё спрятался тут? Он еще и лежит. Да подох. Блин. Надо по голове стрелять, чтобы прям нормально было. Тут четко. Ой, нифига, ты что тут? Фига, что вы тут творите? Что тут происходит? Вообще гранату кинуть? Куда идти? Где-то тут, да, вход? Вот он. Блин, видели, лагает? Хотя интернет вроде хороший. Сейчас тут снайперы будут, все подряд. Е? А, меня убивает. Какой вертолет учим? Вертолет какой-то, он что придумает? Что-то там всех убивает, что-то... Че? Где сюда? Встал такой, блин, вообще нормальный. Блин, вот это Люся, блин, вообще офигеть. Она так классно играет вообще. Люся, Люся, тихо. Блин, ну что такое? Что за фигня? Где вход? Вход где? Дайте мне кого-нибудь убить. Я на последнем месте, наверное. Люся уже здесь пистолет убивает. Так, я на последнем... А нет, смотрите, нифига. На втором. Впервые в жизни. Ой, там снайпер стоит. А, вот ты где. Вот ты где. Блин, подохни ты. Люся, подойди, пожалуйста. Люся. Блин, ну Люся, ну чё ты? А. Люся. Блин, да вы чё? Да я тоже хочу поубивать. Пошлите, все, коронки сейчас это... Вы тянете, я сейчас тяну, Люся, слышишь? Успокойся, Люся. Иди отсюда. Люся, блин. Оп. Все. Мари, нормально так. На втором месте, наконец-то. А, тут еще не все, нифига. Понятно. Ну, вот и все. А, мы тут должны вертолет снести. Да? Перед другая миссия. Можно пройти, пожалуйста? Можно выйти? Спасибо. Ой, нифига, привет. Блин, что за фигня? Нормально. Где все? Ой, нифига вас тут. Ой, это что тут? Что он стреляет? Пулемет какого-то? Ой, печка.
Ой, что там встал? Блин, нифига, 50. 50? Так, надо не оставаться это. Пополнение запаса. Ну, запас дайте пополнить. Кому-нибудь. Нет, не надо. В лифте не едет. Помочь? Тихо, тихо, тихо. Слышь, куда побежал? Ай, меня уронили. Меня уронили. Что без зарядки? Спасибо. Спасибо, что подняли. Спасибо. Спасибо. Где все люди? О, бутылочка. Ты что тут встал? Ты куда? Ты где? Блин, с этой мышкой неудобно вообще, реально. Что встал? Ты хорэ. О, там еще кто-то. Кто вот тут все? Вы что? Вы что тут? Эй, не убивайте меня, не надо. Так, блин, вообще. Ну, спасибо. А, вы слышали? Стрелок нейтрализован. Таким голосом был. Но я полежу, что? Я отдыхаю, смотрите. Блин, это печально. Смотрите, он еще одного убьет, станет круче меня. Вот и все. Владимир, блин. Эй, ну где контрольная точка-то? Что за фигня? Гранатометчика ты не хочешь убить? Второго гранатометчика. Блин, да ты чё? Где контрольная точка? Дайте мне контрольную точку. Тут конец уже будет, блин, а? Сейчас, наверное, какая-нибудь фигня будет. Ну, типа, самолета, не самолета. Вертолета. Чё встали-то? Контрольная точка. Блин, да вы чё такие кривые? Где контрольная точка? Наконец-то. Вот тут будет вертолет. По любасу. Или джиггернаут. Хотя для джиггернаута здесь слишком мало места. Ты чё там? Куда ты пошел? Ой, тихо, тихо, тихо. Это? Кто меня так толкает? Да блин, да кто меня толкает-то? Харе! Толкают как, блин, я не знаю кто. Короче, до свидос. Пошел отсюда. Че? А, это не я. Блин, куда идти? Я что-то не понял. Ой, тихо. Пожалуйста. Ты что тут там? Еще подходите, пожалуйста. Фига, вас еще не подошел. Подойди. Сюда иди. Вставайте. Не идете? Нет? А что, уже эвакуация? Нормально. Ой, смотрите, громы. Фига. Кто это? Кто это стреляет? А, так это вы. Да сейчас, время, подожди. Сейчас. Нормально. Да никуда. Спокойно. Что? Что за фигня? Что за фигня? Ну, блин, жесть. Дайте залезть, дайте залезть. Что? Я застрял. Блин. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Блин, ну на третьем месте мы отвечали. Пополнение запаса. Пополнение без запаса. Блин, ну конечно миссия, блин, так фигово я ее прошел. Эх, сколько я убил? 23. Вертолет подбили. Или что? Ой.
Нормально. Не Люся. Ну чё? Так, сколько опыта? Нормально. Скоро будет новый уровень. Точно 16%. Ну, бывает, чё. Ладно уж, чё. Чё, ещё одну миссию? Я посмотрю, сколько у меня записи идет. 15 минут, нормально, еще одно видео можно записать. Ну, видео, блин. Еще одну миссию пройти. Так. А, сержант третьего класса. Блин, еще чуть-чуть бы. Блин. О, спасибо. Для снайперской винтовки нафиг надо. Так. Что еще? Это что такое? Так, урон у нее больше, темп стрельбы меньше, точность меньше, емкость магазина больше. Ну, ладно. Уже миссия началась. Сейчас надо будет надеть тот прицел двухкратный. Или на такой же? Интересно. Опять этот Владимир, и опять Люся, и опять Монгол. Только болт новый добавился. Здесь будет какой-то танк. Я уже, по-моему, это проходил миссию. Не, ну, конечно, если выучить все карты, потому что они повторяются, то тогда можно, да, можно будет. Знаешь, куда бежать? Сразу же. Долгая загрузка. Стандартный улучшенный. Так, это как? О, прикольно. Кто это? Мне нравится. Башня упала. Ну, отойди. Уж. Отойди уж. Будем дать пройти. Спасибо. Чёрт. Тут сейчас чёрт. Да подохнет. Чего это, блин? Так. Куда? Поднимись, пожалуйста. Вставай. Можно встать? Спасибо. Спасибо. Блин, сейчас здесь я полюбасу буду как-нибудь в хреновом месте. В хреновом месте, точнее. Полюбасу. Вы чё? Где все? Первое убийство. Это натометчик. Да подохни. Чуся. Блин, жесть. И чего он стреляет? Здесь нет медиков? Блин, ну как так можно? Ну как так можно? Я прям умею играть, короче. Блин, да вы чё, вон сзади идет. А, я не... Это что, его брат, что ли? Чё он его не трогает? Блин, ну сейчас, короче, контрольной точки не будет, потому что Джиггернаут.
Чё ты стоишь там? У него Носина. Или Блин, я уже не помню, как называется. Дигернау, где? Нифига, он даже не поворачивается, стреляет, блин, вообще. Ну стреляй по нему. Блин, жесть. Ага. Вы так долго идете к нему, вообще жесть. Ноутбук стоит какой-то. Поиграть в Warface можно. Блин, а жесть. Здание такое, как будто я не знаю, где здесь роутер, там типа Wi-Fi где. Как он тут? Интернет-то работает. Что-то не было. Жить можно, конечно. Спать на вот этом коврике. Вот тут может помыть руки, посмотреть телевизор и поесть. Контрольная точка. Ну, конечно. Когда убили Джиггернаут уже. Ну, конечно. Это жесть. Блин. Ну, это жесть. Меня убили вообще. Как так можно жить? Кто там? Чё ты там? Ай. Кто это? О, я то. Что это такое? А все, она не стреляет, эта хрень. Оп. Ой. Ба. Могу. Уж. А где ракетница? Гранатометчик, точнее. Где он? Ой, привет! 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 Да блин, а ты чё? Да я упал! Помогите! Что за фигня? Бух! Поспать привет. Можно встать? Можно встать? Поднимите меня, кто-нибудь! Пожалуйста, помогите мне! Блин, я идиот. У меня так профессиональная игра. Вы увидели, да? Блин. Встань. Изи. Изи. Так, где еще кто-нибудь есть? Никого? Блин, сейчас вертолет на меня сядет, я подохну. Ну это, короче, неудачная миссия была. Очень неудачная. Я побегу дальше. До свидания. Так, ну, забор. Видно, что, ну, я могу прыгнуть. Да, ну, нет. О, прикольно. О, что, уже все внутри? А я вам это принес. Пуль поесть. Не будешь? Точно не будешь? Ты точно не будешь? Точно не будешь? Ты почему не есть не будешь? Ну-ка, кивни, если понял. Харе! Ты чё встал? Ты чё встал? Смотрите на улицу. А, так это вторая. Блин, ясно, спасибо. Никого нет. Всех убили. И тут, конечно же, сейчас танк будет. Я же не ошибаюсь. Ну чё? Блин, чё-то ты мне? Блин, а почему? Отдача такая, что, блин, вообще фиг убьёшь кого. Он лёг. Блин, а меня почти убили. Я встану за вами. Чего? Да вы чё?
Ну, короче, вообще прям минус миссия, можно выйти. Ну, реально, просто. А эта Люся уже убила целых 53 человека. Жесть. Ну, Люся-то, конечно, куча знаков возвращения. На то она и Люся. Это будет долго. Я надеюсь, не виснет. Потому что если виснет и все будет как в прошлом видео, то он... Блин, это минус. Танк едет. Наконец-то. Наконец-то я могу еще одного убить. О, точнее, умереть. Где контрольная точка? Вон. И нас всех расхреначит. Почему вы не можете к контрольной точке подойти? Пожалуйста! Да мы поняли уже, еще раз повторить тогда. Сейчас как танк шмальнет вам, и все. Вот они набивают себе опыт. Ну спасибо, что изволили подойти к контрольной точке. Где все? Кого убивать? Что-то никого нет. Ой, ой, ой. Немного убили. Повторяем. Вот он. Подохни. Оп, я за столбом спрятался. До свидания. Вон он засел, вон он. Да подохни, эти по башке прям стреляют, ты чё? Что за фигня? Ай, это чё? Это танк? Ну что это? А, так это ракетометчик. Вон он здесь. Вон он сел, где? Чё за фигня? Почему я могу кинуть к нему гранату? Да конечно. Блин. Ой, вот сидит. Стал точнее сидит. Так, я спрятался, короче. Блин, это вообще жесть какая-то. Почему не можем его убить? Вон они стоят, блин, все. Подохни. Ракетометчик. Ай, блин, ну конечно. Когда ракета еще не долетела, меня убили. Понятно. Не, ну, сейчас получше, получше. 10 человек, все. Ладно, полетел. Бегите, бегите. Добегите до контрольной точки, пожалуйста. Так быстро. Фига. Не, ну рил. Как-то быстро. Ой, я хотел туда забраться. Хотел на этот. Ну тут сейчас жесть будет. Тут сейчас конкретно жесть. Бое. Да знаю.
нас тут жарко, да. Сколько? 27 градусов. Вроде бы. Так, кто где? Есть кто? Ай! Все кто? Где все? Где все? Что-то я не понял. По кому они стреляют? А, вон он. Я не понял. Это кто? Блин. Ой. Снайпер засел. Вон он сел, блин. Да подохнет он уже. Снайпер нейтрализован, блин. А что так? Кто? Ничего, фигня. Где? Четко в голову. Так меня сейчас убьют. А, вот они. Блин, так прям неудобно сидеть тут. Тебя сейчас все убивают. Точнее, ты никого не убиваешь. Тебя убивают. Так, пистолет. Помогай, помогай, чувак. Помогай. Блин, жесть, это жесть. Так, я могу какой-нибудь другой прицел надеть? Кто стреляет? По кому мне стреляет? Где все? Что-то я не понял. Ой, вот ты где. Привет. А, где? Гранатометчик. Блин. Только не подохни. Где? Кого-то задавили или еще? Что это фигня? Вот тут кто-то подох. Ну что, вот оно. Овно. Все? Заходим? Все? Конец. Блин, вообще что-то мало. Никому, да? Не надо. Я думаю, это была последняя миссия. Сейчас посмотрим, что как. И буду заканчивать видео. Потом когда-нибудь Юпит Сайфа сниму. Не сначала, но вот так вот получилось. Чё? Эх. Нормального опыта. Только не как у всех. Но 23%. Самый маленький. Урона вообще ноль. Почти. Ну это жесть, конечно. Печально. Еще чуть-чуть. Угу. Что-то время я не знаю сколько. Ну. Она вышла. Аутист. Ладно. Короче. Так. С вами был DJ Slime Bro. Спасибо за просмотр. Всем пока.